Привет, брат. Сегодня мы в школе готовились к празднику, ко Дню Защитника Отечества. А я думал о тебе. Я знаю, что тебе там бывает сложно. Но я верю в тебя, брат. У меня тут фингал под глазом, прикинь. Заступился за мелкого из первого класса. Мама ругалась, а я вспоминал твои слова. О защите слабых, о дружбе. Друзья у меня есть, и они всегда поддерживают. Только тебя все равно не хватает. Пусть рядом с тобой всегда будут надежные пацаны. Такие, как ты. И пусть после трудного боя у тебя будет время, чтобы отдохнуть и набраться сил. А вас тут не забывают. Мы купили вам дроны, ну как ты говоришь, боевые птички. Я помогаю делать маскировочные сети. Мама с соседками после работы готовят вам борщ. Ну, в смысле сухой. Все это погрузят в машины и повезут к тебе. Я верю, что мы победим. Люблю тебя, братишка.